Всем привет! Ставила немножечко солнышко. У нас цветет мимоза. Распустилась стрелица. У нас скоро весна. Конечно, еще очень холодные ночи. Ну, для нас холодные. Температура доходит до 6-7 градусов. Поэтому холодно, но днем очень тепло. Вот такая вот красавица распустилась, еще открывается. Это так вот она постепенно открывается и отцветает. Такие вот огромные кустища. Это у меня впереди дома. Работы сейчас много. Весна. Ой. Вот так вот, как бы со стороны показать. Вот, вот такие вот огромные кустики, поэтому это мои антуриумы. В общем, как я сказала, работы много. Пытаемся привести в порядок огород. Я тут высаживаю цветочки. Все просыпается у нас. Это красные гипераструсы. Гипераструсы просыпаются. В общем, весна. Тут у меня, кстати, есть одна орхидейка. И вот такая вот стрелочка. Это Dancing Lady, танцующая леди. Они у нас, конечно, высаживают их и под деревья, и везде. Они как сорняки. Вот еще есть и на втором там. Сейчас, наверное, уже обойду, тогда ближе показать. Там совсем маленькая. В общем, такой один длинный цветонос. Я когда-то просто прикрутила совсем маленький кусочек, и вот так вот он себе здесь разросся. Там еще, наверное, видите, там дендробиумы, нобели. Ну, в общем, вот так вот. Вот так вот мы живем. Никогда, наверное, ну, давным-давно я, наверное, показываю. Тут я посадила себе анютины глазки. Вот очень я люблю анютины глазки, разноцветные. В общем, вот так вот выглядит наш домик. Так, и вот, кстати, вот этот вот ансидиум, который растет тоже пару цветоносов. Это Dancing Lady или Спасилатум. Огромные у него длинные цветоносы, больше метра вырастают. Ну вот на дереве, я смотрю, что ему больше нравится. Ну тут тоже вот смотрю, что еще один цветонос здесь. Один здесь, в общем, растут понемножечку цветоносы. Но на дереве он, конечно, раньше проснулся. А тут вот еще один. И вот так вот они на улице. И живут у меня. Это я подошла ко второй пальме. Такая тут у нас растет. И вот я на эту пальму когда-то такие маленькие кусочки были. Поотваливались с горшочков, и я их вот так вот прикрутила, наверное, пару лет назад, и они так себе постепенно, конечно, корнями оплетают здорово, но пока что не вижу ни одного цветочка. Я новые ростики просыпаются, они такие желтые, конечно, выгоревшие от солнышка. Классная. Ну и вот эта вот малявка. Еще одна. Видать, были, наверное, по одной, по две бульбочки. То есть, классно им на дереве. Вот так вот смотрится. С этой стороны это. В общем,
Вот такая вот красота у меня тут посадила я. Чуть мне так захотелось в этом году каких-то красок. Красивые очень. Очень красивые. Тут еще вот такой красавчик. Классные, конечно. Я пыталась семенами выращивать. Наверное, осенью посадила, но там что-то пару семян зашло. И не такие крупные. А это такие крупные, красивые, разноцветные. Класс. Ну и мой вандовый домик, так сказать. Здесь уже, конечно, не только ванды. Ну, в общем, всего понемножку. Цвела, кстати, тоже такая ванда денисониана. Очень такой неприятный был аромат. Но, к сожалению, она не чисто желтая. Я ее покупала, она такой была отцветшей и... Ну, в общем, не то, что я хочу, конечно. Тоже красивая, ничего не скажешь, но не то, что я хочу. Я хочу такую ярко-ярко-желтую. Здесь такие очень красивые косички набирает эта фалидота. Чайнинсис, да? Да. Красивая, очень интересная. Если расцветет, обязательно покажу. Так вот цветы у нее вот такие красивые. Ну, а тут такой вот утренний полив. Подключили мы воду. И вот так вот себе потихонечку мой огородик поливается. Дело к весне, все начинает расцветать, все начинает, это лимон или это лайм, такие карликовые деревца, ну и в общем вот так вот поливается, так кстати поливается мой и вандовый домик тоже. Вода проведена туда. Отдельно можно подключить. Это мой муж, оказывается, и на такое способен. В общем, интересно, когда ты открываешь для себя какие-то новые вещи. Лимон весь в цветах. Это, кстати, у меня... Как у нас в Одессе говорят, синий баклажан. Я, честно говоря, не думала. Он у меня растет с того года. Но вот зиму пережил. Понятно, что не такая зима, конечно, как везде. Это я травила тут любителей тоже. Ну, в общем, что я хочу сказать, что он продолжает дальше расти. Он уже, конечно, такой, как одеревеневший. Ну, в общем... Потихонечку, потихонечку мы растем. Это мой домик. Гринхаус мой после пересадки котлей. Кстати, я тоже не показывала. Ну, вот сейчас вот так вот неплохо себя чувствует, конечно, потому что холодно. Вот такой вот я собираю урожай. Листья, конечно, не выдерживают такого холода, но что-то бутонится, что-то растет. Кстати, вот анцепс, наверное, одно из последних моих видео, которое я снимала здесь. Вот так вот выглядит после пересадки. Все довольно-таки неплохо. Корешки пошли новые в рост, поэтому мне... Кстати, очень понравилась такая посадка с мхом. Вот мох еще немножечко, видите, он влажный, хотя я поливала вот таким же способом. Ну, вот здесь такой вот автополив. Подключили все-таки мы его. И вот он. И вот так вот
три дня назад я полила, но вот кора сухая, у корней сухо. Ну, в общем, мне, конечно, такое очень подходит. Не знаю, что будет летом, но пока что мне нравится. Можно поливать орхидеи в теплые дни, кора просыхает, но влажность еще присутствует. Неплохо. Вот, кстати, тоже после пересадки интермедия я пересаживала по новой. И ничего, растут бутончики, то есть очень даже, хотя я и зимой пересаживала, но я бы не сказала, что сильно пострадали мои орхидеи. Тут, кстати, мой зеленая свинка, моя Гольф Грин, он еще наращивает бутончик один. У них по одному, вот как у Дигбианы. Кстати, Дигбиану я тоже пересадила. Ну, интересно на нее посмотреть. Видео, наверное, получится долгим, но я не очень часто сейчас снимаю, поэтому, кому интересно, смотрите. Я знаю, что очень многие соскучились. Ну, вот новые корешки тоже пошли в рост. Здорово, то есть все нормально. Потихонечку все растет. В новой посадке. Мне нравится. Я не жалею. Так, куда-то эти бутончики направляются непонятно куда. Ну и что из новых? Мне так получилось, что у меня прибавилась коллекция 5 новых орхидей. Это одни из наших старейшин клуба. Они переезжают, и мне очень посчастливилось. В общем, такая вот красота у меня сейчас, можно сказать, за даром. Я 5? Нет, наверное, 7. 7 орхидей, я вру. 7 огромных орхидей. Это, наверное, в диаметре этот горшок, наверное, сантиметров 50-60. И это Лавианум. Или, видите, я даже еще не переписала. Лавианум. Не буду врать. Ну, в общем, что-то такое. Цимбидиум. Огромнейший, просто огромнейший. И цветоносы, один цветочек всего она сбросила. Это орхидейка. Ну, надеюсь, что распустится. Еще, кстати, один цимбидиум я тоже у них большой приобрела. Ну, а сейчас пока что я вот здесь вот покажу. Первый раз расцветает. Расцветает. Вернее, не расцветает, а готовится к цветению. Потому что я, честно говоря, даже не знаю, что это. У меня написано, что это деликатум, но это не деликатум, деликатум род. Ну, это явно не деликатум, потому что похож, конечно, на специозум. Вот растит он тоже новые такие красивые псевдобульбы. И первый раз я все-таки, потому что он никогда не цвел у меня. Первый раз, ну вот хотя бы вот еще один цветонос и еще один. Ну и уже пока что я здесь покажу еще мой знаменитый. Это мой специозум огромный, который цвел на 22 цветоноса. Есть видео, кому интересно, я могу. Если не забуду, вставлю. Красиво он, конечно, был, шикарный. Я его пересаживала. Вот, вот так вот опять наросли все корешки. Красивые молодые корешки растут. И я пока что насчитала 18 цветоносов в этом году. Надеюсь, что мы распустимся. Ну, это мы зашли в дом, потому что здесь я поставила этот красавец. Я, конечно, очень хотела его иметь, потому что
на одном из наших собраний, наверное, я его показывала, тоже недавнем. Там были огромных таких два цветоноса. Я вживую, мне кажется, никогда не видела, только так на видео у кого-то или на картинке, а тут вживую. Ну вот, чтобы вы понимали, вот такие вот красивые огромные цветы. И на последней выставке я его купила. $60 наших австралийских. И это цимбидиум трасианум. Красивый, конечно, цимбидиум. И здесь, кстати, что-то растет. Не знаю, что это. Наверное, новый ростик. Ну, в общем, такой огромный горшок. Огромный. И красивый такой с запахом. Сейчас поближе попробую показать. Увеличить цветы, потому что они просто необыкновенные. Очень красивый такой изгиб. Шикарный, на мой взгляд. Очень красивый. Необычный цветок. Ну, а здесь уже заодно покажу. Полностью распустилась. Конечно, белый цвет очень красивый, классический. Мне так хотелось, но я хотела, конечно, больше цветы. Они, конечно, разрослись уже, эти корни из горшка повылазили. Но небольшие цветочки, наверное, сантиметров 6-7, я бы сказала. Поэтому не очень огромный, но красивый такой. Кстати, разветвлился этот цветоносик. Конечно, не такие шикарные цветения. Это заслуга, наверное, все-таки, я не знаю, у меня не моя, я бы сказала. Я как-то, кто-то мне посоветовал канал Натальи «Классика орхидейного жанра». И, конечно, она там творит чудеса со своими орхидеями. Тут вот еще у меня один распустился. Красивый такой, конечно, цвет. Это фласку привезли. Тоже, кстати, вот... Ой, боже, не могу вытащить. Ну, в общем, написано какой-то Мира Сан. Я в них не сильно разбираюсь. Но мне хотелось такой вот иметь... Красненький. Так, ну вот и к чему я говорю, что я, конечно, я бы не сказала, что у меня фаленопсисы росли, цвели, они у меня стояли. И когда я посмотрела, что она там вытворяет, конечно, что у нее там шиллериана цветет, я не знаю, метровыми цветоносами. Ну и вот моя шиллериана, конечно, страшненькая, померзла, но я ее... Видите, зацвела хотя бы. Цветет, но бедная болеет. Она у меня внутри, конечно, стоит. Ну, что я хочу сказать. Конечно, сок алоэ, наверное, все-таки помог мне. Я один раз попробовала, и у меня, конечно, получилось. Ну, в общем, это не ко мне. Это заслуга Натальи. Наверное, все-таки алоэ работает. У меня еще не выдавали фаленопсисы по 2-3 цветоноса, а после, конечно, алоэ они разошлись. Но долго растут, потому что все-таки зима. Ну вот, я вышла показать. Такого у меня, конечно, не было буйства. Такое вот буйство цветоносов, но они очень медленно растут. Очень. Потому что у нас холодно, они у меня находятся на улице. Но потихонечку, конечно, растут. Да, тут, кстати, у меня цвел. Опять же, кто-то мне написал в комментарии. Извините, не помню всех по именам, что это
Это был раньше дендрохилиум вензелиай, но их сейчас переименовали. Ну вот цветочки уже все, уже гербарий не успела показать. Поэтому их все переименовали сейчас на целогины в мае этого года. Поэтому, да, ну, в общем, получается сейчас целогини вензелиай или целогини, еще есть парочку названий. У меня, кстати, тоже появилась одна в коллекции. Поэтому вот так вот. Ну, в общем, интересно, интересно, кто любит народные средства, так сказать. Я считаю, что Наталья творит чудеса. Это моя очередная новинка. Я тоже приобрела вот, это вот одна из семей. Огромная она, конечно, большая. Я видела, она у них как раз цвела в это время. Лоэлия супербенс. Ну вот опять же нужно проверять, если ее не переименовали еще в Котлею. Но вот корни растут хорошо. Вот так вот они у них под деревьями, конечно, листья еще засыпаны. Но я у них, наверное, купила уже недели три назад. Но времени нет, конечно, снимать. Но растет, растет потихонечку. Конечно, было бы неплохо, если бы эти все почки проснулись и все бы пошли бы в рост. Цветоносы, конечно, очень длинные. Наверное, не знаю, но метр двадцать, наверное, точно были. Поэтому надеюсь, расцветет. И, кстати, она у них цвела два раза в год. Поэтому интересно. Будем ждать и смотреть. Огромный тоже горшок. Огромный. Ну вот, это еще Dendrobium Farmeri я у них купила, ну, чтобы не затягивать. И вот, о чем я говорила, это тоже Dendrohyllum. Уже целогина. Кабианум, желтая форма. Очень красивая была на предыдущей выставке. Огромная, конечно, можно это вот пересадить. Даже, видите, вот она все уже, она по центру умирает и разделилась на два растения. Конечно, нужно будет это все дело пересаживать. Вот, кстати, я рассказывала про деликатум. Вот мой деликатум. И вот такие вот у него псевдобульбы. Ну, вот как у меня. И он, кстати, тоже собирается цвести. Кто со мной давно, конечно, знает, что в том году он, бедный, пострадал, потому что был очень много дождей, и залились в новые псевдобульбы. И вот эти вот все новые псевдобульбы, они, вот некоторые, видите, я вот когда успела спасти, они еще остались живы. Ну, конечно, листьев ничего у них нет. Вот такие вот пеньки остались. В общем, вот так вот. Вот такое вот будет цветение. Красивые, конечно, бутончики. Это очередная моя новинка. Я за ней тоже очень долго гонялась. Это настоящая целогина пандурата. У меня оказался гибрид мой. И я реально видела цветение этой орхидеи. И она действительно пандурата. Обалденные цветы. Надеюсь, что она у меня когда-то зацвела. Она, кстати, когда она цвела, когда я ее видела цветение, то вот с того раза, получается, года два назад она больше не цвела. Ну, не знаю почему. Что-то ей, может быть, здесь не нравится, может быть, недостаточно солнца было. Ну, в общем, вот так вот. О, тут какой малыш расцвел. Доброе утро называется. Такие нежные, маленькие, конечно, они цветочки. Ну, давай, наводись. Ну вот, наконец-то я могу словить этот цветочек.
Маленькие они, конечно. Очень маленькие, но настолько нежные. Конечно, когда разрастается и расцветает. Тоже на последнем, кстати, на последней выставке был один экземпляр. Полностью такой в цветочках. Нежнейшее создание. Он у меня... Так, сейчас попробую выровнять. Вот так вот он у меня растет. Общий план, да? Это ангрекум дистичум, наверное. Уроженец Африки. Понемножечку, понемножечку, но вот он вот здесь вот начал уже корешками. Он уже все, он уже ушел вглубь и начал новые такие. Красивая такая новая псевдобульбочка выросла. Я люблю такие посадки сейчас. Занимаюсь такой вот интересной, короче, фигней, чтобы крыша не уехала. И я себе понемножечку, понемножечку нахожу себе чем заняться. Это распустилась альбовая форма. Котлея валкириана. Я ее, я даже не знаю, как я не увидела, она там наверху была, и было у нее 3 бутона, когда она уже их наливала. Я, конечно, вот эти вот 2 бутончика здесь у нее, в общем, из-за дождя пострадали, но хотя бы я вижу, что очень красивая форма открылась. Это я покупала, она ни разу не цвела. Я смотрю, что в том году я как-то я ее приобрела, и вот она ни разу не цвела, но у меня расцвела. Кстати, у меня еще будет цвести одна валкириана, и это сиреневая форма, кажется. Ну вот они вот так вот, они им, конечно, нужно очень много солнца валкирианам, и вот. Тут, кажется, тоже 3 бутончика, да? Ну, 2 точно вижу, не знаю, там носик выглядывает еще. В общем, валкирианам, конечно, нужно очень много солнца, чтобы они цвели. Ну, как, наверное, и всем котлеям. Поэтому тут вот кудряшка Сью такая раскручивает свои локоны. Красивый мой. Бульбофилум трэш ай. Ну, а это вот цвел и цвел. Очень долго цвел. И до сих пор цветет. Простачея радиата. Красивая. Это расцвела. Ну, в общем, название, конечно, немножечко не оправдало мои надежды. Такой цветок никакой, я бы сказала, на мой взгляд. Может быть, меня кто-то осудит. Ну, в общем, когда я покупала, это написано Лоэлия линдлиана. И я не стала разбираться. Я очень люблю лоэлии. И потому что она написана, как будто это природная орхидея. То есть, если кто не знает, второе название с маленькой буквы, это означает, что это природная орхидея. И я ее, конечно, купила. Но когда она у меня вот сейчас... Извините, когда она у меня сейчас вот расцвела, я загуглила, и я поняла, что это гибрид. Это гибрид, ну, ладно. Это еще одна моя новинка. Brazilian Star Soft Rock. Очень такой необычный цвет. Нежный аромат. Ну вот она почему-то полностью еще не открывается. Я не знаю, уже стоит неделю и очень-очень медленно распускается. Очень. Ну, посмотрим. Такое довольно-таки крупное растение в неплохом состоянии. Здесь, кстати, бедная моя Цилогина спесиоза. Уже который месяц, вот так вот потихонечку. И смотрю, что еще один бутончик наливается.
И постепенно уже листики вырастают. Хорошо, ну а тут такой вот контраст. Такая красивая. Люблю я белые орхидеи. И это мой дебют. Дебют такой малышки. Амезиела мантикола. Я когда-то давно покупала фласку. И вот это вот, извините, остатки, наверное, ковида. В общем, все мы люди, все мы болеем. Поэтому все нормально. Главное не падать духом. Будем живы, не помрем. В общем, вот такая вот красавица. Очень долго она растила свои усики. Очень долго она наливала бутоны. И я, честно говоря, не думала, что она распустится, потому что, конечно, и холодно. Но здесь было два цветоноса. И вот еще один. Здесь вот видно, что второй цветоносик. Но он не развился. Он так вот остановился. Но настолько белоснежные цветы. У нас было тоже собрание. Получается, позавчера, в воскресенье, я не снимала. Просто был наш такой небольшой. Мы собираемся с природными орхидеями. И она всем понравилась, конечно. Очень всем понравилась. Не снимала я, потому что и времени не было, да, и так хватает уже. Хочется иногда просто расслабиться и пообщаться. А это все продолжает цвести с каждой псевдобульбы. Гибрид. Очень удачный гибрид, на мой взгляд. Просто шикарный. Гибрид с коксинеей. И вот она опять же наращивает много новых ростиков. И цветет, и цветет, и цветет. Очень красивые. На мой взгляд, просто идеальный. Идеальный гибрид получился. И цветет, и небольшая. И все прекрасно. И цвет красивый. А это распустилась моя. Я обожаю целогины. Целогина интермедия. Должно было быть тоже два цветоноса. Так, так, так. Показываю, второй цветонос умер. Ну, в общем, распустился хотя бы один. Очень тоже нежные цветы. Солнышко встает и отсвечивает. Красивые. Я, конечно, жду с нетерпением. У меня первый раз должна расцвести целогина. О, Господи. Все, вышибло. Вот надо выключиться, чтобы включить мозг. Целогина кристата. И вот я ее очень жду. Я никогда не видела ее цветение вживую. Надеюсь, что она мне зацветет. Но это очень красивая тоже целогина. Так, ну и что еще у меня из новинок здесь? Еще одна валкириана. Тоже я ее купила. Вот она стояла, никому не нужная. Это тоже мне сказали, что два такой вот валкириана на валкириану. И вот, на мое удивление, очень красивый такой, красивый большой такой вазончик. Но здоровая, на мой взгляд, орхидея. Новые росты, но она никогда не цвела. Ну, думаю, ладно. За $20 чего бы и нет. Ну, а это еще моя, опять же, вот одна из семей. Огромная. Вот так вот она в полный рост. И я ее всегда хотела, эту орхидею. И, конечно, я ее купила. Это просто... Я всегда на выставках рассматривала эти цветочки. Но они
Такие классные. Очень необычная орхидея. Вот такое у нее название. В общем, когда я ее купила, только бутончики начинали зарождаться, и она довольно-таки очень-очень быстро их наращивает и открывает. Очень красивые цветы. Вот такие вот бутончики. Она вот так вот по кругу, классные. Такие свечки очень яркие. Ну вот по сравнению с рукой, чтобы вы понимали, вот такой вот размер. Красиво. Аромата я у нее пока что не слышала, поэтому не могу ничего сказать. Ну а так что еще вот за ансидиумные меня тоже просили рассказать. Опять же, я их посадила по новой посадке, и я вам хочу сказать, что я вижу результаты. Я пересаживала все орхидеи, и вот я вижу, что они просто стояли. Вот они стояли, они не туда и не сюда. И вот они начали все расти у меня. Вот мох внизу. Расти это одно, они же еще и цвели, и набирают бутоны. И выглядят довольно-таки неплохо. Здесь вот тоже, смотрю, бутончик прорезается. Поэтому тут вот еще. Конечно, ансидиумные, всем кажется, что легкая группа, многие ее не любят. Ну, это, я считаю, что мельтония, это тоже точно так же, мельтониопсисы, это та же самая ансидиумная группа. И я считаю, что им точно так же нужно солнце. Вот всем им нравится, вот они пошли у меня в рост. Вот и все, вот когда я их пересадила по этому методу, все-таки мне кажется, что мой мох для меня сработал. Конечно, никого ни на что не, как говорится, не рассказываю, кому что делать, но я рассказываю свои только ошибки, свои, как говорится, методы посадки. Ну, для меня это работает. Вот это вот мой ансидиум сатанум. Красивый тоже. И потихонечку-потихонечку он начинает приходить в себя, начинает расти, поэтому я его тоже хочу пересадить. Кстати, я не сказала, что мантикола очень приятный, такой нежный аромат. Ну, я не знаю, я очень влюблена в такие вот орхидеи. Хотя они, конечно, не очень мимишные, да, как говорят, но они классные, мне нравятся. Тут моя ванда. Ванды, конечно, очень долго цветут. Последний цветочек остался. Ну, а тут покажу заодно вот так вот вода. Left – это мой шланг. Вот этот вот, который я здесь поливаю. А right – это поливаются сейчас мои... Мой огород, как говорится. Поэтому вот так. Вот так вот проходит у меня здесь вода. Вот этот крантик, чтобы открыть крантик, чтобы открыть мой гринхаус. Ну, а вот здесь вот, чтобы перекрыть этот. И вот сейчас вот так вот мы его закрываем. И все, водичка больше здесь не капает. И я, наверное, открою моим вандовым. И вот сейчас будут поливаться мои ванды. И трава заодно. В общем, вот такие вот. Вот такой вот у меня сейчас полив. Здорово. Пару дней солнечных, конечно, это очень здорово. Зима у нас... Как никогда. Первый раз за 12 лет такая холодная, что
Не знаю, как еще что-то выживает мои бедные орхидеи. Ну и вот покажу еще анцидиум. Внутри он у меня стоит. Это безымяшка. Мне ее как-то отдали в моем, как говорится, спортивном клубе я хожу. И женщины там, ну, в общем, все знают, что я занимаюсь орхидеями. И вот она мне решила отдать такой вот маленький кусочек. Я его посадила. Ну и вот он расцвел. Анцидиумом, конечно, нужно солнышко тоже. Кстати, у меня спросили про вот как еще оцениваются орхидеи. Конечно, это очень долгий процесс, и берется каждый голос выслушивается, конечно, вот судьи, допустим, 9 было на последней выставке, и каждый класс, кстати, тоже, каждый класс по классам, цветы, природные орхидеи, на какой размер цветка, и цветы иногда кто-то говорит, вот там такая-то листва плохая там или еще что-то. Конечно, оцениваются цветы. Бывает, 2 горшка стоит, один, как говорится, цветы шикарные, но листва не такая. И вот его могут оценить, ему могут дать почетное место, а другому нет, конечно. Ну, в общем, это очень такой сложный процесс, очень долгий процесс, и очень долго и тщательно отбираются цветы, высматриваются. Цветы должны быть вот так вот в параллельной плоскости, очень многие, чтобы не изгибались сепалии и петалии. Конечно, если ему по природным каким-то характеристикам так расцветает, то, конечно, его будут так оценивать, но вот оценивается, чтобы вот цветок был как в одной плоскости. Котлеи, чтобы были по кругу, вот так вот, как кружочек такой, цветочек. Вот как я показывала свой гибрид с коксинеей. Это очень такой, любят их судьи, такой вот формат цветка. В общем, и в больших котлеях, и в маленьких оно вот все вот такое вот, по такой вот форме. Ну, конечно, еще и судят по количеству цветов. По, если вот, допустим, огромный species, ну, огромный, как это, господи, вылетает все из головы по-русски, конечно. А русский, английский, specimen, ну, в общем, как экземпляр полностью, как огромный specimen называется у нас. И, конечно, его тоже могут уже и в чемпионы, и в Grand Champion. Потому что, конечно, вырастить такое растение требуется годы. Вот на последней выставке я спрашивала, чьи это орхидеи. Красивый был этот целоджини. И я говорю, конечно, это годы и годы нужно, чтобы такое зацвести. Ну и да, как оказалось, что хозяину 80 лет. Ну, это говорит о том, что, конечно, и навыков, и орхидея уже, конечно, очень долго в его уходе. Ну и напоследок покажу уже все, как говорится, новости моего коридорчика. Это я заехала в один из магазинов. Там все по дереву, делают из дерева. В общем, мы с моей дочерью заехали, и вот я нашла себе такие интересные вещички, так сказать. В общем, это такое очень твердое дерево. Ну вот, $3. Ну вот я себе $2, $3. В общем, я себе такую задумку хочу, что-нибудь новенькое, интересное. Очень мне понравилось такие разные виды дерева. Ну, в общем, пытаюсь себя чем-то занять, отвлекаться, потому что, конечно, события происходят сейчас в мире просто несопоставимые с моим пониманием, поэтому я пытаюсь отвлекаться.
отвлечься, пытаюсь занять себя. Ну, конечно, и так времени не хватает. Ну, в общем, еще вот такое вот чудо. Кстати, забыла еще рассказать. Я обещала рассказать про призы на выставках. И у нас еще такая новость. У нас в Брисбене будет интернациональная выставка и конференция. И будет у нас очень много гостей из-за границы. Приедет также Фред Кларк, знаменитый. Это будет происходить с конца августа, 4 дня, по начало сентября. В общем, мы едем с нашим клубом. У нас будет такой автобусный тур 2 сентября. Очень интересно. Ну, в общем, надеюсь, что-нибудь интересное я себе приобрету. Конечно же, будет там и выставка. Ну и на выставке, конечно же, будут призы. Обычно в клубе у нас, когда вот мы встречаемся, допустим, в клубе, меня спрашивали тоже, стоит, платят что-то, не платят. У нас в клубе нет, это лично для нас. Создается такой вот, ну, чтобы было о чем поговорить, чтобы было что обсудить, как говорится. А на выставках, конечно, каждый клуб какие-то деньги выделяет из клуба и платит там за первое место, за второе. Там по 30-20, по 30, по 20, по 40 долларов. Ну, в общем, чемпионам такое, чтобы и приятно было, и, как говорится, чтобы всем было хорошо. Ну, а, конечно, на этой выставке будет уже немножечко призы. Я думаю, что первое место в районе 350 долларов, второе место где-то 250, ну и третье место 150. Я думаю, что в этих районах. Поэтому надеюсь, что все рассказала, потому что вопросов, конечно, накопилось много. Отвечать в письменном виде это, конечно, очень долго. Но я очень рада, что со мной мои зрители, которые интересуются моим коридорчиком, которым я не безразлична. Очень всем рада, очень всем всех благодарю. Ну и, в общем, до новых встреч. Не знаю, когда это будет, но надеюсь, что будет в скором будущем. В общем, всем желаю я прекрасного настроения, чтобы орхидейки ваши радовали вас. Ну и всем пока-пока.